Тут будут проходить соревнования по пауэрлифтингу. Здесь в отеле есть теннисные корты. Привет всем! Я вам сейчас покажу наш номер, наш отель, все вместе. Смотрите, это наш коридор, мы на втором этаже. Второй этаж. Тут-то есть лифт. Вообще тут 4-5 этажей. Вот у нас тут. Видите, автоматический свет. Вот мы идем по коридору. И вот она наша комната. Эта дверь таким вот способом. Ты заходишь в свой отель. Когда уходишь, понимаешь, как. Вот так сунул. Она открылась. Высовываешь. Все. Ты зашел к себе в номер. Чтобы включить свет. Ты должен вставить свою карточку. Вставляешь свою карточку. Включается все. Включается телевизор. Вот он наш шкаф. Вот она я. Вот он шкаф. Показываешь он. Моя одежда. Все мои платья. Это сейф. Ты можешь положить, написать код, открыть, сделать свой код. Один, ноль, пять, четыре. Ты открыл. Вот так. Дальше. Идем дальше. Включай свет. Показываю вам наш туалет. Ну, не скромно. Вот. Полочки. Вот унитаз. Вот. Фен есть, работает фен. Только включить его. Свет дополнительный. Вот. Тут положили шапочки для бани. Primavera, наш отель так называется. Положили шампунь. Тоже Primavera. Мыло Primavera. Ну, это все мое. Тут ванна. Горячая вода, стекло защитное, чтобы вода не разливалась. Ну, идем дальше, показываю вам все остальное. Наш супер телевизор. Все по-немецки. Теперь опять я. Вот она кровать. Двухместная. Здесь живет. Ну, здесь спят Андрей Андреевич и Лиза. А тут моя. Вот. У нас есть кондиционер. Можешь сделать теплее, можешь сделать холоднее. Можешь вентилятор включить. Вот. Дальше. Включается свет. Вот, включился свет. Ты можешь выключить его прямо отсюда. Опа, тебе сил не нужен, включил маленькую лампочку. Идем на улицу. У нас открывается окно на улицу. Так, посмотрели.
Так, посмотрели. Теперь выходим на улицу. Ездит троллейбус. $1 проезд на троллейбусе. Вот еще места. Цветочки. Вот они, флажки. Там наверху. Наши украинцы стоят. Пошли гулять. Сегодня дождь. Вчера был дождь, сегодня дождь. Холодина плюс 13. Больше нету. Ну, что еще могу рассказать? Магазин Hyundai. Магазин Hyundai. Тут бар. Стэн. Primavera наш отель. Иди. Нам поставили 2 бокалчика и открывалка с пепельницей. А это у нас, оказывается, не холодильник, как все думали, что это холодильник, а обыкновенный барный для пива, для всякого такого. Что у нас есть? У нас есть майонез. Оказывается, в этом отеле завтрак бесплатный. Так как выглядит этот завтрак? Просто не поверьте. Супер пирожное. Супер пирожное. И это завтрак называется. Только мясо, что дурдом. Колбаса, все готовое. Мы вчера суп заказали за 35 крон. Оказывается, это суп с горбуза. Мы думали, то борщ. Продолжение. Сливы, черные сливы, мандарины, апельсины, яблоки. Это завтрак. Ну, там еще есть мюсли, молоко, мед есть, всякое есть, варенье. Ну, все, по-моему, у нас пусто в холодильнике. Кроме этого, у нас больше нету ничего. Для эту карточку? Лифтер. Чтобы я могла спокойно проходить на соревнования, взвешиваться и всякое такое. Еще хочу рассказать. Автобус отсюда до соревнований идет бесплатный. По временам. Туда, а назад он ходит лишь 2 раза. Чтобы попасть на соревнования, мы садимся на такой расклад автобуса. Я вам сейчас покажу. Вот, получается, в 7 часов утра он выходит, в 8 часов, в 9.30, в 12 и 14.30, в 16.30 и в 19.00. Поскольку у меня сегодня соревнование в 19.30, я выйду в 16.30 и буду там. Конечно, он с опозданием. Есть дядя, который нас довезет на такси. Мы соберемся и поедем на такси, если он вовремя не приедет. Так, дальше я вам сейчас пойду вниз и покажу весь отель. Так что, пока что, до свидания. Вот нам выдают такой чай на завтрак. Ой. Масло. Лора. Сырок. Еще один сырок. Что тут у нас еще? А, паштет. Один. Второй. Третий. Четвертый.
что у нас еще? А, у нас есть шоколад Нутелла в таких вот баночках. Вот еще паштет. Тартаты. Это, по-моему, сметана. Это сметана. Все говорят, что это сметана. Я не пробовала. Я поела мясо. Вот еще. И есть такой вот йогурт. Ну, разные йогурты. Всякие чаи китайские. Даже есть российские. Вы представляете? Так, все. А, еще хотела показать. Дается пакетик Primavera. Наша гостиница. Чтобы не мешали. Просим уклять покои. Now. И вот это вот означает... Ну, короче говоря, это означает, чтобы убрали твои покои, а это означает, чтобы не будили. Вот так. Все. Свет, видите? Это выход. Один выход. Но тут-то еще есть такая штука. Гляньте, какой лифт. Супер лифт. Сейчас я на нем поеду. На третий этаж. Приехал. Захожу в него. Тут такая вот 1000 килограмм. И это на третий лифт. Очень быстро. Этаж. Самый последний. Ну все. Помахай ручкой. На улице Primavera. Туда ехать нам на соревнования. А это наш отель Primavera. Primavera. Наш автобус. Наш ресторан. Mm-hmm.